Всем привет, с вами Виталий, и мы продолжаем играть в Papers, Please. Ну что ж, граница не ждет. Так, кто же у нас будет следующий? Кстати, я не прочитал. Граждане Астоцки должны принять личную карту, иностранцы должны получить разрешение на въезд. Охренеть. На несколько месяцев. Три месяца, так. Ай, не так. Данные совпадают, все в порядке. Так, ну все. Вроде все в порядке. Так, давай, вали. Вали в Арстоцку. Так. Мадам, ваши документы. Республика транзитом. Зита. Тут осталось на 8 недель. 8 недель? А, это 2 месяца. Вот гады запутать хотят. Въезд до. Так. Нормально. Так, следующий. Ложный ответ на вопрос с целью визита. Ней, наверное. Пропуск. Нет. Теперь пропуска недостаточно. Получить разрешение. Ну, кучу не кучу, но содрали. Я понимаю. Гости получилось визита на пару месяцев. 2 месяца. Так. Так, вроде 12-20. Что? Да. Ясно, это я барашка. Так. Тоже можно пропустить. Это было просто. Very, very easy. Надеюсь, не террориста пропустил. Что, блин. Ух ты. Кто такие? Приехал к своему сыну. 6 месяцев. Так. До. Извини, дамочка. Но... Стоп. Да что ж ты... Дурдом какой-то. Чё-то... Фуфилюсь много. Ошибка срок истёк. Ладно, зато сделали доброе дело. Думаю, 30 дней... Да, 30 дней это месяц. Так. Въезд 12-го. Так, сейчас все в порядке. Вроде как бы. Все в порядке. Сейчас опять. Нет. Замечание. Почему я так фейлюсь? Так, это тофу там. Надеюсь, это мужик. Непонятно. 17. Там... Так. Работа. Нет связи тоже. Ладно. Все, вали уже с моих глаз. Почему? Печать здесь.
Чувак! Чувак, нарисованный паспорт, да? Охренеть. Да, ну с нас, конечно, содрали за наши фейлы. Десятку срубили. Данные совпадают. Классическая операция. Отпечатки. Имя второе должны соответствовать записи. Патрик. Русский. Второго имени нету. Так, давайте проверим. Данные совпадают. 179. 179 сантиметров. Ну, допустим, что... Ладно, может, волосы не считают? Окей. Давай, вываливайся отсюда. Так. Надеюсь, мы хотя бы чего-то заработаем. Ух ты, ёшкин плюш. Хрень, как тебя разбарабанило. 2 дня, транзит. 3-го, 28-го, так, 83-го, 12-го, 18-го. Так. Нормально. А как я... как бы... Где паспорт? Забрали. Только для отказов. Ну ладно, окей. Это заберите еще на измечание. Сколько их? Раз, два. Что-то 6 штук вроде. Голод болеет. Отопление. Ну ладно. Пойти спать. Да. 27-го 1982 года. Так. Подозрительных лиц можно задерживать. Стоп. Не понял. А пропускать можно всех? Дали работу. Ну, полгода. 6 месяцев. Так. 12-23. 11-01. Так. Ну. Нормально. Так. Вот. Ошибка номер паспорта? А я не посмотрел. Бля. Несколько месяцев. Так, номер паспорта. Вот и. Вот и все в порядке. Так, 12-17, все в порядке. Все в порядке. Так. Вот надеюсь. У этой никаких подвохов нету. Да, вроде все проверил. Ну и. Вот только не говорите, что. Фух, все в порядке. Так, здесь что у нас? Да, 2 дня транзит. Номер паспорта совпадает. Финсы. Вот фотка.
Мне, Саш, напрягает они с другими прическами все. Так, что нам скажут? Так, все в порядке. Смотри, ваши поездки. Через страну транзитом. 14 дней. Так, женский. Так, номер паспорта нормальный. Так, имя. 12-го. Так. Все. Так, почему вы говорите, все это было просто? Меня это напрягает. Руки террористов пропускают через границу. Деньги. Так. 2-е, 12-е, 18-е. Так, ну все. Ох, он так залокнул, будто сейчас взорвется. Порядки. Документы, транзит. 2 дня. Так. Имя. А. Oil. Так, все. Так, все совпадает. Антегрия, это пародия, наверное, на Аргентину. Чужое фото. Черт. Так, очкарик. Соответственно, месяца в гости. Томас импорт. Так, все, давай, вали отсюда. Так. Срок истек. Да, блядь. Что есть? ПМЖ. Цель поездки. Постоянно, 12-е, 9-е, 82-го года, 83-го. Да. Если у тебя... с пониманием к женщине, а следующее? Что документы? Или моего мужа? Мадам, вы не пройдете. У вас нету. Вы не пройдете. Потому что у вас нету определенного документа. Так, цель поездки просто в гости. На пару недель. Так, 73-й. А вот фоточка совпадает. 37-й, 08-й. Так, а, родилась. Так, так. Джулианна. Разрешить. Я какой-то очень добрый. Много кого пускаю. Мне за это вот эти вот штрафы дают. ПМЖ, ну блин, девушка. Женщина, точнее, уже. Какая она девушка? Где паспорт? Вот. Клуша. А, Катерина. ПМЖ, женский. Так, все. Нормально разрешить. Все, выкидываем ей это все. Почему вы все говорите, это было просто? Такое ощущение, что я пропустил террориста. Что документы? Так, что это? Ростовская. А, карточка. 183, ну где-то нормально. Где-то подойдет. Так. Бавера Марков подойдет. Да, все, пойдет.
Словар Стоцки. Ну, своих мы пускаем. Дата рождения? Несколько месяцев. Так, 11.04. Не совпадение. А не получилось приехать раньше. Но тебя-то я не пропущу. Чё, опять у нас все будут холодать, голодать? Дядя мерзнет, все мерзнут. Так. Отопление. Пойти спать. Так, ну что ж, я думаю, закончим мы здесь. С вами был Виталий. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. И всем пока.